Итак, финальному этапу создания нашей сумочки футляра для телефона. В данном случае это будет такая женская сумочка, но если не учитывать вот эти элементы декора, которые мы сейчас добавим, и, например, поменять немножечко, это могут быть даже завязочки. Сейчас в данное наше время это не имеет никакой разницы в гендерном различии, никакой роли не сыграет. В общем, я предлагаю здесь добавить такие маленькие подобие цветочков, но больше похоже на лепесточки цветов. Ненавязчивая такая имитация цветов, но не цветы. Типа похоже больше на бутончики. Вот этот наш клапан, он получился похожим на жухлую листву какую-то. Вот это я тоже хочу, чтобы оно в ансамбле было похоже на какой-то полуоблетевший фрагмент, например, какого-то соцветия, какого-то интересного растения, дерева, да, которое продержалось все лето, отцвело, на нем облетели уже цветочки, да, потом после этих цветочков было что-то подобие плодов, или как там развиваются, например, не плодовые, а декоративные растения, что у них там потом после этого происходит. Цветы отцвели, но внутри еще содержится такое красивое что-то типа плодов, но это же несъедобные плоды, поэтому мы их не можем назвать плодами. И вот осенью, когда все это облетает, вот я хочу сделать что-то похожее. Видите, уже здесь оно так случилось, я его не трогала, оно само как-то так свалялось. Вот есть какие-то похоже на декоративные какие-то фрагменты вискозы, фрагменты шерсти. Вот оно так лежит. Я этим воспользуюсь. Добавлю туда волокон шерсти. Вот я, видите, я распрямляю это все еще. Хочу еще больше его адаптировать под мою идею. Видите, вот я уже это сделала. И теперь хочу подложить сюда небольшие фрагменты, например, шерсти или вискозы, вот таких оттенков, которые у меня присутствуют здесь на этом шелковом рисунке. Итак, у меня вот уже есть запасы всяких разных кусочков шерсти маленьких разных цветов, которые я и использую в таких целях, чтобы делать цветы, чтобы делать декорирование и так далее. Вот они тут у меня рядышком, и я подбираю. У меня есть вот такой вот коричневый рисунок. Здесь уже основного цвета мне достаточно. Хочу сюда добавить вот такого цвета. Потом у меня есть вот такой вот оранжевый цвет. Я его хочу добавить. Есть синий цвет. Тоже я его возьму, щепоточку. Что еще у меня? Вот такой вот сероватый, чтобы синий не был шокирующим. И немножечко, вот цвет называется свет, сияние. Думаю, этого достаточно. И вот из этого всего я сейчас придумаю вот эти декоративные наши кончики. Я их придам им завершающий такой вид. И когда сумочка будет завязана, я уже проверяла, если я, например, завяжу это на плече, то вот эти декоративные штучки будут свисать с плеча в районе груди. Это будет очень красиво смотреться, как украшение с противоположной стороны нашей сумочки. Вот. Я начинаю фантазировать. Начну с оранжевой шерсти. И буду создавать сейчас, вот как будто мы взяли сейчас наизнанку, да? Вот с этой, с обратной стороны у нас будет лицевая часть. И когда я положу с этой стороны всякие разные оттенки шерсти, то
то с обратной стороны они будут у меня просвечиваться и давать определенный какой-то рисунок. Вот поэтому я здесь еще поработаю чуть-чуть, чтобы у меня тут образовались какие-то такие просветы, через которые будет видна моя вот эта вот фантазия цвета. Вот такое вот типа подобие листика, как мы с вами уже говорили, да? Я вот его распушиваю и кладу. Все, мне уже это нравится. Мне уже это нравится. Вот я хочу, чтобы мне виден был яркий такой цвет, оранжевый. Это будет очень здорово смотреться. Я беру вот эту шерсть, я ее так между собой перемешиваю, чтобы было такое ощущение, что мы разложили шерсть в разных направлениях и кладу на вот этот фрагмент таким образом, чтобы перекрыть этот фрагмент. И потом в конце вот я беру прямо, закручиваю. Я перекрыла рукой, но вот смотрите, что у меня получилось. Вот я так положила это. И теперь смотрите, что будет с обратной стороны. У нас будет просвечиваться. Видите, будет просвечиваться. Когда это все сваляется, это будет еще интереснее. И знаете, я, наверное, положу сюда еще немножечко синей шерсти. Вот так же прямо на эту оранжевую я положу синюю. Точно так же. Вот. И теперь с этой стороны уже, я надеюсь, что синяя будет каким-то образом пробиваться сквозь оранжевую с той стороны. А вот уже с этой, с тыльной стороны, я кладу коричневую, вот такую теплого цвета коричневую шерсть. Она у нас тут тоже присутствует, но немного. Немножечко я ее сюда положу. Вот так вот, раз. И потом вот здесь вот, хотя может быть даже это много, может быть, я положу вот так вот. И потом здесь, у самого верха, вот тут вот, где у нас начало вот этого бутончика, я положу шерсть вот такую кофейную, цвета кофе основного нашего оттенка. Вот она у меня. Это у меня будет как бы вот эти вот, как называются... Вот как будто это лепесточки. В общем, я делаю картину маслом, да? Картину. Ну, пожалуйста. Я это заложила. Вот с этой стороны она у меня такого сдержанного цвета. Могу еще чуть-чуть положить сюда все-таки оранжевого. Вот так вот, да? И теперь, что я хочу сделать, чтобы это все у нас блестело, ну, было более декоративным, я сюда положу вискозы. Вот такой вот у меня, видите, какая интересная вискоза есть. Это троицкая вискоза, она такая крашеная, покрашенная с таким градиентом, смотрите, да? Мне очень нравится это. И я ее сюда хочу добавить. Она даст блеск и в то же время еще и декоративный эффект. Много не буду, чтобы не перекрывать совершенно цвет, чтобы не перекрыть абсолютно его. Но мне нужно добиться вот такого декоративного эффекта. Вот. Я это сделала. Теперь то же самое я делаю на втором фрагменте. Надеюсь, все это видно перед камерой, да? Я это сделаю
Вот так вот. Если там было плохо видно, то здесь будет, видимо, по-другому. Вот я кладу точно так же сначала такую рыжую. Это я делаю такой завиточек, чтобы совместить это, чтобы она скрутилась, смешалась, да, вот получилась такая какая-нибудь, ну, уже смешанность этой шерсти. И вот у меня есть голубая. Я ее тоже добавляю сюда. Получается что-то типа павлиньего пера. Вот, и вискозы. Не хочу переусердствовать, чтобы цвет этот был виден. Да, я забыла положить сюда темно-коричневую, нашу основную. Где она у меня? Вот. Основного цвета я делаю такую окантовочку. И дальше вискоза, чтобы закрепить и придать блеск. Но немного, чтобы при этом просвечивалась шерсть. Здесь я тоже немножечко все-таки уберу. Мне кажется, многовато. Оно может перекрыть. Вот мне надо такую паутинку положить, чтобы сквозь нее я видела этот цвет, который я положила. Вот я это сделала. Здесь я тоже немножечко заворачиваю. Вот так. Раз. Подкручиваю, чтобы оно схватилось. И теперь я аккуратно переверну. Посмотрю, что там у меня получилось с обратной стороны. Мне это очень нравится. Единственное, что я хочу добавить, щепотку вискозы. Из этого градиента я выбираю более светлый. Вот так вот. Потому что здесь с этой стороны более темно получается цвет. И я накладываю столько, чтобы перекрыть, покрыть это все тонкой сеточкой, паутиночкой. И в то же время, чтобы все это просвечивало, чтобы не было, чтобы не спрятать цвет. И я подкручиваю, я вот подкручиваю, чтобы соединить. Можно подкручивать, можно не подкручивать. От этого будет зависеть, от этого получится по-разному. Вот и все. Вот смотрите, я это заложила. Что мне остается сделать? Свалять. Каким образом? Точно таким же, как мы валяли все остальное полотно. Но только это делается в 10 раз быстрее. Вот я складываю все обратно. Я кладу вот это на шероховатую пленочку, вот сюда, на шероховатую поверхность. Я это накрываю, а могу и не накрывать. Сетка, можно и так прибрызнуть. Вот я прибрызнула его в перчаточках. Намылю это все и капельку пройдусь машинкой, буквально несколько секунд, так как вы уже знаете, несколько секунд. Но если у вас нет машинки, то вы сразу начинаете работать руками. Вот я его намылила, притерла аккуратно, чтобы оно у меня там не убежало. Здесь многовато воды, помните, я вам говорила, вы берете салфетку и делайте раз, и все. Воды стало меньше, и мне легче это все создавать, эту пену. Видите, она создалась, эта пенка. Все, мне больше ничего не нужно. Я снимаю сетку. Вот.
поправляю это, чтобы это все было, чтобы не вышло оно за пределы, вот эти волоски. Хотя, если выйдет за пределы, это может создать такую еще вокруг, знаете, какую-то такую видимость ауры. Вот, и накрываю это целлофаном, этим же пупырчатым целлофаном, и несколько секунд буквально машиночкой прорабатываю. Это все. Смотрите, они уже у нас сцепились. Я их переворачиваю. Они сцепились, их уже совершенно не обязательно еще раз прорабатывать этой машиночкой. Можно, конечно, с обратной стороны, но вот здесь вы просто можете теперь ручками наслаждаться, получить вот это удовольствие, видя, как получается просто чудесные, расчудесные такие имитации вот каких-то там листиков, да, и еще в то же время похоже на какое-то павлинье перо, и это все перекликается с нашим клапаном. Вот он такого же, все оттенки здесь, да. И смотрите, теперь я начинаю валять. Боже мой, как это просто, как это приятно. Я начинаю сваливать между собой вот эти волокна. Я могу их щупать, гладить, вот так вот переминать. Могу брать и вот делать их немножечко скругленными, например, если вы хотите. Я подумаю еще. Может быть, я их немножечко таки сверну в какой-то такой рулончик. Вот может быть вот так вот. Может быть, в обратную сторону. Вот слегка вот так вот привалять, и как оно там ляжет, так и будет. Здесь мне не нужно много сваливать. Вот это тот вариант, тот случай, когда я говорила, что рыхлость здесь хорошо смотрится, недоваленное полотно, да, смотрится здесь просто великолепно. Оно тогда будет прозрачное, такое полуажурное. Ну, в общем, смотрите, как я его валяю. Я его прокручиваю вот тут. Вот я могу это все вот помять вот так вот. Оно все уже сцепилось. Мне от него больше ничего практически не нужно. Я только подумаю еще про форму. И это то же самое. Я возьму его, немножечко поверчу, покручу. Вот. Сваляю, вот попереминаю, как мы уже с вами знаем, да? И вот получается у меня такая декоративная, красивая штучка, которая будет таким прекрасным финальным акцентом в нашей сумочке, перекликающимся с основным рисунком клапана, с основной декоративной частью нашей сумочки. И тут мы уже вспоминаем, что мы не очень-то обращали внимание на то, как свален у нас шнурочек сам. И мы начинаем проверять, контролировать, сваливать его, подваливать, да, доводить его до завершения, до однородной, одинаковой формы, да, вот, чтобы все было одинаково. Мы так прокручиваем, просто берем вот одной рукой придерживаем, а другой вот так вот прокручиваем. Это так легко, это приятно, это так забавно, это интересно. Я просто обожаю проводить таким образом мое время. Вот. И вторую посмотреть, подвалять. Сумочку уже саму я выполоскала, я ее уже не хочу в мыло погружать, поэтому я ее берегу от мыла, уже не кладу ее на мыльные части. Только мою веревочку сваливаю, чтобы была качественная веревочка, качественный ремешочек. Везде одинаковый. Вот, девчонки, девушки, это все. Кому захочется еще подработать немножечко, поколдовать, вы это можете сделать. Но нужно добиваться того, чтобы полотно уже
казалось однородным. Вы смотрите, есть ли у вас тут такое ощущение, что все уже перемешалось и превратилось вот в такое, когда вы не видите уже отделенных волокон, когда все вместе уже кажется, ну, таким однородным полотном. Вот эта вот вискоза должна смешаться с вашей шерстью. Вот. Ну, если она там будет в каких-то местах больше сцеплена, в каких-то меньше, ничего страшного, но должно быть такое все-таки сваленное полотно. За этим следите. Вот на пупырышках это все проворачиваете, и оно вваливается. Можно его так действительно вот непринужденно, вот так вот чуть-чуточку подвернуть. Вот как будто, знаете, какие-то такие слетевшие листья. Можно тут прямо у самого краюшка, у самого вот истока, да, вот этих вот листьев, где у нас тут, как это, плодоножка, да, называется. Вот его можно вот тут вот свалять, и это получится такой вот полуцветочек, полулистик. Вот видите? Вот мне это нравится, я здесь то же самое сделаю. Не буду думать о том, с какой стороны, пусть это будет случайное такое решение. Пусть сама декорация, вот этот декоративный фрагмент сам ляжет, как ему захочется. Я буду его просто здесь придерживать и прокручивать. Получается такая вот декоративная красивая штучка. Все. Я иду его полоскать. Вот я вернулась, и теперь протираю это пространство. И вообще я уберу отсюда уже все эти мокрые вещи и покажу вам на зелененьком опять полотне, что же у нас получилось. У нас в руках готовое изделие. Вот посмотрите, что получилось у меня. Мы еще можем их вот так вот взять, подвалять. И видите, что получается? Вот такие красивые жухлые кончики. Имитация не то листиков, не то цветочков, не то павлиньих перышек. Очень мне нравится. Смотрите, как это перекликается. Как это перекликается с нашей сумочкой. Вот. Осталось только высушить. Вот, полюбуйтесь на нашу работу. Полюбуйтесь на нашу работу. Как это все мне нравится. А вам? Осталось, конечно, подумать еще, какую пуговицу сюда прицепить. Я, конечно, поспешила сказать, что все это уже закончено. В общем, осталось пуговицу прицепить. Я хочу ее тоже сделать своими руками. Что я возьму и сделаю? Я возьму какой-то, опять же, кусочек шерсти. В данном случае это может быть, я думаю, что, наверное, коричневый, вот такого основного цвета будет наиболее уместнее, чтобы не делать уже акцент сюда. Хотя можно и сделать и из такого цвета. Вот, но я предпочитаю сделать его темным, вот таким основного цвета. Вот у меня есть такая шерсть основного цвета. Я беру ее вот таким образом. Рву ее на мелкие части, тем самым я ее не рву, а перепутываю. Видите, вот я ее перепутываю. Перепутываю и теперь вот скомкиваю. Просто скомкиваю. И теперь я ее сваливаю. Для этого мне нужно немножечко, помните, вот как мы сваливали вот эти вот наши все тесемочки, мне надо немножко воды, прогрессивно, да, сваливая, прогрессивно, слегка намочила, и теперь в ладонях с
сваливаю. Еще намочила без мыла. И сваливаю. Вот, сваливаю, сваливаю. Что я хочу дальше сделать? Дальше я возьму и запакую вот этот кусочек в маленький кусочек шелкового платочка. Вот такого же шелкового платочка. Сейчас я это сделаю. Вот они мои шелковые платочки. Я беру маленький кусочек. Я его могу прямо отрезать. Вот просто беру и отрезаю. Раз. Вот такую часть. И теперь я хочу вот сюда запаковать вот этот кусочек шерсти. Вот просто беру и запаковываю его. Запаковываю. Покрываю равномерно, да? Равномерно стараюсь покрыть. И начинаю сваливать. Добавляю уже сюда немножечко водички, немножечко мыла, немножко водички, немножко мыла. Да, и вот намыливаю и сваливаю. Просто сваливаю. Смотрю, что получается. Я его формирую так, как мне хочется, да? Я хочу, чтобы эта пуговица была вот просто обычная такая, ну, как бубончик, да? Как бубончик. Возможно, я его потом перетяну вот так вот на 4 части нитями коричневыми, да, может быть, я это так и сделаю. Сейчас я соображаю, что у меня из этого получится. А может быть, и мне и не надо. Может быть, мне вот этого достаточно. Просто бубончик, да? Не надо мне там перетягивать, иначе оно станет у меня таким немножечко узким, да? Я беру и его начинаю вот так вот сваливать при помощи пузырьков, то есть возякать таким образом по этим пузырькам. Да, я его просто вот прижала и катаю. А вот здесь вот оставляю, да, вот этот вот фрагмент, он у меня будет вот такой вот, как ножка от пуговицы, да, мне надо вот его вот так вот свалять. Знаете, что можно еще сделать? Просто взять и связать это ниткой. Просто связать ниткой. А вот этот вот бутончик останется. Вот. И потом мы его просто будем просовывать туда. И он будет у нас держать вот здесь вот как бы закрытым, да? Закрытой нашу сумочку. Это может быть даже вот на такой длинной ножке. Для этого я сейчас возьму нашу ниточку, из которой мы делали ручку для сумочки, и сделаю вот здесь вот, завяжу вокруг, да, вот завяжу вокруг вот эту ножку нашу, да, типа плодоножка какая-то. Вот у меня эта ниточка. Я ее отрежу, чтобы мне удобнее было работать. Вот смотрите, просто беру, завязываю вокруг на такой хороший узел. Это можно было сделать еще раньше, но мне эта идея пришла позже, но это ничего страшного. Вот я завязываю ее на 2 узла, чтобы ничего там у меня не выскочило. Завязываю и для уверенности, для прочности я еще хочу сюда добавить шерсти, обернуть это все и довалять. Где у меня эта коричневая шерсть?
в основной цвет. Буквально немножко, смотрите, я ее просто оборачиваю. Оборачиваю вот таким образом, этой шерстью. Я закручиваю эту плодоножку и, видите, продолжаю ее сваливать. Так, на скользком ничего не получится. Мне надо ее на вот такой шершавой поверхности провалять. Вот таким образом прокрутить. Видите, как все просто. И мне надо ее хорошенечко потереть, и тогда она просто стираются границы, шерсть сваливается с шерстяной ниткой. Вот. Теперь не бойтесь посильнее прижать, чтобы прямо все хорошо свалялось. И можно даже, знаете, было что сделать? Вот так вот петелечку, но можно и не делать этого. Я ее просто близко вот так вот пришью. Я потом это сделаю уже ниточкой, да? И вот здесь вот, смотрите, где у нас бубончик, вот такой вырисовывается уже. Нам надо ему придать такую вот гладкость. Поэтому со всех сторон слегка вот так вот просто его потереть, чтобы у него получилась гладкая поверхность. Ну и вот здесь вот потереть. Хотите, придайте ему форму, ну вот такую, например, форма типа колокольчика какого-нибудь. Это будет красиво. Наверное, я так ее и оставлю. Пусть будет не кругленький, а вот такой вот с плоской, с плоским кончиком. Ну, так вот. Типа колокольчика. Аккуратно. Вы же можете делать, что хотите. Если вам нравится такой, вы делаете так. Если вам нравится кругленький, вы сделаете кругленько. Вот. И все. И на этом все закончено. Теперь мне осталось выполоскать это все и пришить. Выполоскать, высушить, естественно, и потом по-сухому пришить. Потому что по-мокрому, вы сами понимаете, мокрое пришивать, это просто это какая-то будет какое-то испытание, хотя тоже можно, если вам необходимо это сделать. Если у вас что-то там оторвалось, и вы не знаете, что с этим делать, вы можете просто пришить. Вот. Я уверена в этом бутоне. Тут бутон, по-французски это бутон называется. По-русски это просто пуговица. Я уже уверена, что он у меня будет выполнять свою функцию. И я его оставляю на этом этапе. Вот так вот. Иду полоскать. Вот, смотрите, что у меня получилось. Классно, да? Мне очень нравится. Теперь представьте себе, вот когда будет это застегнуто, это будет выглядеть вот таким образом. Вот таким образом. Очень красиво. Правда, очень красиво? Посмотрите, как это здорово. Вот, сумочка наша готова. Мы идем сушить. И потом вы будете наслаждаться уже. Я вам покажу, конечно, в результате, что из этого получилось. Мы с вами все насладимся результатом нашего плодотворного, такого творческого, такого приятного труда. Давая немножечко пару, я выравниваю под линеечку бочка на сумочке, на изделии, если мне это нужно сделать. Вот, и прикладываю сюда такой валик. У меня здесь опилки можжевельника, чтобы вобрать этот горячий пар, чтобы остудить и зафиксировать вот такой ровный край. Точно так же я делаю это со всех сторон, выравнивая до идеального состояния мое изделие. Оно было и так ровное. Вы же помните, мы с вами очень хорошо потрудились для того, чтобы все наши края были ровными. Но
все равно я хочу добиться вот просто совершенства. И у меня есть такой способ, я его вам с радостью показываю. Войлок становится податливый от пара. Таким образом, вы можете растягивать изделие, укорачивать изделие. Под воздействием горячего пара это очень легко сделать. Вот с этой стороны я хочу сделать вот так, чтобы вам было видно. Хочу это сделать вот так. Я прикладываю мою линейку. Стараюсь, чтобы и клапан был. Все под линейку. Вот вам творчество. В творчестве тоже должны быть какие-то правила. Вот все должно быть. Конечно же, что такое вот изделие ручной работы, оно может быть не абсолютно ровное, чтобы у него был вид такой ручного изделия. Но мне нравится, чтобы даже ручное изделие выглядело, как будто оно сделано на каком-нибудь солидном производстве. Я не очень прикладываю утюг к моей сумочке, чтобы не загладить, не запарить, не испортить вот этот вот эффект. Тем более, помните, здесь же шелковый платочек у нас. Вот здесь, видите, я распрямляю сначала руками, вытягиваю этот ровный край, формирую его. Здесь буквально пальцами леплю. Войлок при высушивании запоминает форму и потом держит ее. Вот что и произошло, когда сумочка сушилась. Это все зафиксировалось. Я ее потом заканчивала сушить феном. Так тоже можно. Вот. И сейчас я еще довожу ее до совершенства при помощи также горячего пара. И это тоже фиксирует. Жестче становится. Если вам не нужно, чтобы было жестче, вы не делаете этого. Я это хочу сделать. Мне нравится, когда у сумочки такие вот жесткие сформированные края, когда она такая структурированная. Вот я делаю это то же самое, осторожно, с паром. Пар, вы же знаете, что он очень горячий, и можно обжечь руки, если не защищать. Аккуратно, очень. Вот, я это сделала. Я положила этот варик с опилками. Это может быть любой валик, такой с чем-нибудь впитывающим влагу. В конце концов, это может быть даже махровое какое-то полотенце, салфетка, которая тут же впитает влагу, чтобы вы быстрее, чтобы вы ускорили процесс, не ждали, когда все это остынет и зафиксируется ваша форма. Здесь я делаю то же самое. Я при помощи рук довожу это до того состояния, до той формы, которая мне нравится. И сейчас легонечко, слегка, буквально вот так вот, смотрите, раз, прикоснулась. И все, больше мне ничего не нужно. Я зафиксировала эту форму. Теперь я ее впитаю валиком. Горячий пар. И вот лицевая сторона моей сумочки. Я также проверяю. У меня здесь вот этот вот, вот эта пуговица, которая... Если я ее прижму, например, утюгом, то пуговица... У меня тут отпечатается, поэтому нельзя этого делать, чтобы не испортить декоративность изделия. Здесь я хочу тоже все довести до той кондиции, которая меня устроит. Буквально немножечко, хотя тут все очень хорошо получилось. Но я все равно хочу ее просто вот как бы
отдать должное. И буквально над пар, подержать над ней, даже практически не касаясь. Вот так. Все, я зафиксировала эту форму. Вот. И моя сумочка готова. Вот она, смотрите, какая красотка. Такого приятного цвета. Вы посмотрите, как проявилась вот эта пакля. Вы посмотрите, как выглядит вот этот декор. Как красиво эта пуговица смотрится. Из такого же натурального материала, как сама сумочка. И это придает ей еще больше эффекта такого рукотворческого труда. Это сделано руками, это красиво. Вот ее обратная сторона. Вы посмотрите, она похожа на кожу. Она матовая, как я вам и обещала. Но, смотрите, немножечко видны эти ворсинки. Вот, такая красота. Смотрите, что получилось у нас с этими лепесточками. Они просто шикарные. Они просто какие-то такие натуральные получились. Естественно, они натуральные, потому что все это натуральные материалы. Очень здорово. Я очень довольна моим изделием. Скажите, пожалуйста, что у вас получилось? Довольны ли вы вашим изделием? Нравится ли вам моя сумочка? Мне нравится ее натуральный вид. Мне нравится, что она подойдет к моим многим вещам, которые я ношу. Все, друзья мои, я довольна. Друзья мои, я вас благодарю за то, что вы зашли ко мне на канал, за то, что вы смотрите мои видео. Мне будет, конечно же, приятно, если у меня будут появляться новые подписчики. Таким образом, я буду понимать, что у меня есть обратная связь, что я работаю не просто так, что кому-то это нужно, кому-то это помогает. Кто-то на моих роликах может научиться этому прекрасному виду рукоделия. Я с удовольствием буду общаться с творческими людьми. Мы будем здесь обмениваться опытом. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Это поможет продвижению моего канала. Нажимайте на колокольчики. Вы будете всегда в курсе о том, что творится в моей мастерской. И если захотите, присоединитесь ко мне. А я буду вам всегда очень рада. Всего вам доброго. До следующей встречи в студии Олиш Арт.